Это тура моего учителя, известного художника, скульптора Бакир Манчи. Эта тура читается снизу кверху и слева, справа налево. Урманчи Габдельбахай Идрис Улы. Цветок красно-алый – это символ его беспокойного, щедрого, доброго сердца. Никаких ритуалов, никаких таких нету. Это когда начинаешь работать, разум работает, само собой все появляется. По его характеру, по его темпераменту можно делать это. Но это редко, потому что шрифт, есть шрифт, он, возможно, не очень. Это не портрет. Ну, это можно назвать абстрактным портретом просто. Раньше портреты не разрешали у мусульман. Я стараюсь делать шамаи на стекле. Делал и на бумаге. Вот посвященные Тукаю шамаили, около их 20, они сделаны на бумаге. Туласын келе, туласын келе.